Слышу звук твоего самолета. 70. Да, блин. Тут. Не то запустил. А, ничего. Ты скрин будешь запускать? Не. Ну ладно, тогда. Хотя... Сейчас. Так, выключил я активацию. По кнопке слышно меня? Да, слышно. Отлично. Да и микрофон теперь на постоянке в этом, в Дискорде. Чутка прибрать громкость Сима вообще. Для меня будет великим счастьем, если у меня не повисит ничего. Угу. В смысле не откажет. У меня тоже. Да, у тебя, кстати, тоже. Но у тебя глобальные вылеты вообще. Блин, бесит. Прям вот бесит. Ну это в чем, интересно? Засада. Не знаю, мне кажется... Иногда бывает, что и вчера прям реально у меня просто было забито и в браузере пооткрыто, и так, может быть, просто... Причем вылетел без этих, без всяких, без ошибок, без всего. Да, вот. Короче, просто сказал «я хочу». Да, я хочу вот сейчас вылететь, и все. Все как бы. Вспоминай, как звали. У меня вчера и ВАП вылетал, а он есть в этом кусок, этот там тоже запись. Причем я отправляю флайтплан в полной уверенности, что он у меня отправился. Запрашиваюсь, короче, по плану туда-сюда, он мне говорит, у вас план пустой. Я такой, опа, говорю, извиняюсь, сейчас, говорю, поправлю. Ну, реально, я сказал, говорю, был вылет, и ВАПа. Ни с того, ни с сего, он такой мне хлобысти. Ну, не, но он сохранил план, все дела, я еще раз перепроверил все лишний раз, думаю, пусть будет. Ты же не подключился, да? Не, еще пока не подключился. Да нет, я на 25. Ага. А чё это у меня с припаром? Что это с припаром? А чё-то он у меня не хочет запускаться. Эй, дядя, давай завязывай. Ты давай завязывай. Как ты? Полетать как-то собираешься.
25.3. Контроль. Сразу его настроить. И что у них там, вышка у них? 118.2. Ну это потом. Смысле, вышка 118.2, руление 119.0. А к рулению пошли. Так не, я сейчас посмотрю на карте, ну и вау. У них только вышка и контроль. Ну радар. Две позиции. Тут было с три вроде. Ну я вот сейчас прям увеличил еще, да, да нельзя. А, граунд есть. Так, граунд. Не, три позиции. Граунд есть, все, тауэр есть. Граунд. Да. Че граунд пропал? Вон. Ладно, 125.3. Главное мне сейчас забить вторую частоту. Помимо юникома. Да. Запасной брал? Ну, запасной надо написать все равно. Сейчас тебе скажу, что мне посчитал. Я этот перм взял. Uniform виски, лим виски. Не, у меня uniform виски папа. У меня его даже нету в плане. Ближе. Ну, я так посмотрел, что. Да, чего у тебя там uniform? Виски, лима виски. Кто это есть, не знаю, 20 минут лёгко. UVLV. Ой. Так. У тебя 25-е, да? Да, 25. У тебя топливо в чём? Мне 13700 рассчитал, ну не пф. Этот. 15, я вчера тоже так, по-моему, заливал. Потом за ночью летел. Что-то мы не шли, я попал. Возлетает вонзу. Пятнашку возьму. Вот. Вот, мне посчитали. 88 баксов, 440 карга. Что-то я вообще налегке. Ну, не барыжный рейд, не челночный. Все мы. Да. Это Ульянов. Посмотрим. Ульянов восточный. Ульянов. Скажи мне порой так. Я гейты обычно даже и не парюсь, и не писаю.
Нормальные там дисплей сегодня были? Да нормально, а чё мне нормально? Сонные все были ночью. Вот у пацанов там инвент, блин. У нас можно сначала подключиться к сети, потом подать план, да? Ну да, так я так и делаю, по идее. Тем более, тут ничего нет в Воронеже. Я понимаю, что там загружено порт, ты когда стоишь там долго, допустим, да, без дела. Ну ты типа стоянку занимаешь, ну в моем понимании. А так-то да пофигу. О. Два борта рядом. Вот сразу отключить бы. Сейчас я тебя полюбую, сейчас план добью. Ты монстр и так далее. Блин, забыл звуки поставить себе на 737. Да, красиво смотрится. Ну, аэрофон в деле. Сейчас, спрячу сейчас. Ивак, заскринится. А у меня не светится, по-моему, да? Не, да я, у меня я панель спрячу, чтобы она не светилась. Хотя, может быть, ее не захватит. Стимовский. Так. Засветил вот запись, какой клавиши у меня есть, док переключается на оверхед. Давай активный был. И ладно, он активный. Я ткнулся на цифру. Переключить камеру, а он сбил командный страх. Да это Макс там. Чё, у меня просто закрыт ВК. Потому что переключаю свой. На браузер переключаюсь и. Ну, светятся переписки и все остальные записи. Блин, тут хреново у меня. В качестве трансляции получается. Это вроде. Грин надо писануть. Ты меня не отписал.
куда скриптать. Говоришь, принято. Да, да, сейчас я без телефона, максимально работа без ручки. Сейчас написал, что ответить. Очистки совести, что он нам там предложил? Папа танго. Один браво. А по схеме. А, ну так оно и есть. На Петровской. Так, по Воронежу у нас 10-11 КМЧ. Тоже выставить. Я вчера давление не выставил. Что-то запарился и не выставил. Забыл. Да. Успешно взлетел с выставленным стандартным, короче. Что бывает. Как бы тут. Так. Превышение 476 футов превышение. Что я запросил, ну, в смысле, ВСУшку и так далее, лучше все. Что-то у меня с маршрутом.
прорвало. Как лететь, то кто-то начинает ломиться. Что 27.8, да? Ага. Да. Так, Олег, я пришел по смартфону. Ну и вау, на карту хорошо полетим по воротам. Ну и позывным. Так, че я не делаю? Плавно не падал, вот че я не делаю. Ох и ох, ох и ох. Так, вот. Так. 3.00. Сколько поставить ему? 23.00, это у нас 20 по золу. Минут через 20, думаю, я взлечу, наверное. Да. Слушай, а кинешь мне скрин плана своего? Кину. Давай на попозже поставлю. Не знаю, да, да, да. Или 25 поставить. Ну что, будет запускаться минут 10. Вообще не 20, можно будет. Кину. Так. Так, что там у нас в запасном? В запасном. Юниформ виски или не виски? Напугал. Со своим будильником. Сорян, я тут проверяю систему. Депорчерка 20-20 примерно. Сейчас 25 лететь на боксом там. На 2 часа бензина. Так, еще раз. Значит, что мы имеем? Тигрик, это так. Так. Departure Воронеж 2020. Скорость пусть бы останется 500. Fly level 350. Destination. УВВ. Час 25 лететь. Запасной ремарки есть? Все есть. Send Fly Play. Сейчас тебе заскриним. Mm-hmm.
Сейчас. Вот свечу в запись, блин, дерево каталогов своего диска D. Так. В Discord сбросил тебя. Угу, спасибо, Саш. Так. Сейчас, что ты говоришь? Ремарк FSX. Ну, да, я, кстати, правила почитал. Пишут то, что ну, нужно, чтобы в любом случае, если никаких там еще нету, всякого рода, по навигации, по всем делам, короче, там что-то не разбирался пока. Вот. Типа важно знать диспетчерам, какой у вас сим. А, вот так вот. Но это вот, по крайней мере, я украинский дивизион читал, но то, что нашел. Вот. Надо будет разобраться с ремарками. Короче. Че и как. Если так, пишешь просто слэш или просто, ну, РМК, вот первый, да, вот это вот, это как обязательное. Вот, ноль там пишешь, типа, ну, без ремарок, ну, без ничего. И все. Да, понял. Если без ремарок. Но обязательно РМК должно стоять. Писанины о том, что... Понял. Бывает. 122. 30. Там я тебе скинул это в ВК-шечку. Трансляцию. А, да, сейчас пока переключается. Ну так, чтобы было. Чтобы было. Ну, я видел то, что с моего телефона. Так. Ноль, да, говоришь? Ну да. Ставить. По идее, ноль, по-моему, я не помню. Нужно флеш второй ставить или не нужно после него. Ну а так без ремарк. Рука ноль. Дамы и господа, пристегните свои мини. Мы сейчас как взлетим. Мы сейчас как заведемся. Так. Я что, я наверное... Достаточно.
Чё говоришь? Или ты не слышишь звуки? Не слышу, возьми, ты не слышишь. Сима. Да тоже пищал пожарный, но меня отказывают лично. Больше формальности. Не, я проверяю все равно. Так, не всегда, конечно. Да не забываю. Ну, я чаще проверяю всякие кнопки, чтобы горение светобло и все тоже. Опа. Лимон. Так, у нас Блин, поставил 20 минут, еще 10 минут. Я уже готов. Блин, ну там же надо в это время начать буксироваться. Нет, да. В это время только нужно начать буксироваться. Поскольку я помню, как Макс летает. Это значит движение вообще по порту. А не время, по-моему, именно взлета непосредственно. Да, это именно когда ты вот выпал начало прям маневрирования. Да, считается, что все это время твоего высота. Не взлета, а движухи. Там будет лишний раз. Что-то неправильно. Так. 12. Папа там главный анха. Ну я в принципе тоже могу, наверное, начать. Время такое поставил вылет. Ну как и у тебя? Тоже 20 минут. Да. Ну давай, друг за дружкой, с интервалом, короче. Ну да. Я за тобой-то сразу начну. Субтитры
Я, наверное, тоже буду сразу взлетать десятку. Ты не пользовался встроенным буксировщиком в iWAP клиент? Нет, пока. Блин, я ответчик включил. CX TX не надо включать. Так, чтобы я его пробовал, короче. Ну что-то он для меня не впечатлил. Я что-то не понял, вообще как он подходит. Но там же даешь, по-моему, насколько он тебя тоже выталкивает. Вообще буксировщики здесь что-то беда. Это с X, я не знаю. Ой, а ты что, это вылетел что ли? Нет, почему? Что ты у меня куда-то пропал. Я отключил, у меня почему-то ответчик был. Ну, включился, наевать. Я поставил, в Чарли поставил. Да, у меня, блин, просто все. Вот, он у меня включился. Всё, ты уже начал, да, вроде бы? Я отключил. Но в сети я есть, он мне пишет, для тебя вижу. Не-не, я тоже это не на месте. Так, ну чё? Начнём я вот это. Так, рассчитывай. Да, кто-то вчера это был. Браво, Рома Альфа. Прям у меня на ответ, я еще полез, но тоже в видосе есть. Это. Кто листа и может не знаю. Причем что-то явно там товарищ мне там. Когда подступливал, то ли что-то не делал. В общем, у него там не ступа рычали чуть-чуть. Да. Ну есть, вначале прям поглядишь. Я еще залез, посмотрел. Дверной посмотрел, как зовут, не помню, как это было. Ну данные, короче, ничего. Прям так неожиданно. Вот прям брам-брам-брам, какой-то 12 какой-то, я такой упс. Ну думаю, блин, это только брокерс. По-моему, таких нету уже там. Кроме как брокерс. Ну да. Вот. Это я так говорю, опа, знакомые. Откуда это? Откуда здесь африканские названия, короче, говорят, ВВЛ причем. Откуда здесь африканские названия? Ладно, понимаю, там вот. Если в Батиме, да, ливрея, просто. Вот вместе там могут летать обычно ливреи, массовые, ну и, соответственно, с позывными. Хотя я не знаю, МТЛ, может он и на ИВАУ идет, если Васильевский МТЛ качается на ИВАУ. Ну, а, слушай, вполне возможно. Надо интересоваться. Нет, для себя ты, возможно, скачаешь ливрею, ты как трафик не будешь отражаться. Где его ливрею? Сам ты летаешь, какой хочешь ливрею. Ты себя так будешь не видишь. Блин, далековато, что я буксировался. Криво косо, ну ладно. Никого нету, я тоже не ровно. Я вам меня выплатил, лишь бы это захватить потом человека. Блин, а я двигатель. Запустим. Чем мне нравится, блин, Explain, там все-таки вот эти вот бесплатные моды хорошие есть. Тот же Better Pushback, блин, классная тема.
с ветвлением, с припаром. Не, припар тоже стоящий, тут не поспоришь, конечно. Ну, есть у него свои. Скажем так, фичи. Что у нас там, 122,8? 125,3 строй сразу второй. Что у нас там залет, смотрите. Выезжаешь, ну трафик максимум там. Такой. Посисус, тебя там. Подрежет. Ну да, не о чем. Типа да фиг с тобой. Причем я где-то летал, не помню, когда ты какие-то дела. В этом буржуляне. Они у них там все-таки больше лучше реализовывают. Или в Америке я что-то летал. Угу. В Европе. Не, ну я выкатываю, смотрю, борт заходит. Выехал перед ним, смотрю, он бас на второй, короче, не стал тут садиться, вообще, знаешь, как будто совсем бог. Ну, думаю, ну, соображают, блин. Так, объединение у нас пока что. Взлетаешь? А я раскорячился, блин, на пол перрона. Ладно, начну пока рулить тоже потихонечку, сейчас только закрылочки выпустим. Права. V1. Хозяина, да? Хозяина, да. Не хозяина, ладно. О, а ты... А, во, выехал из-под земли. А чё? А ты в чём летишь? В припаре? В припаре? Да не-не, нормально, нормально. Ну это какой-то момент у тебя что-то. Короче, не стал я модуль разлукал. У меня сразу включился пилот. Почему я не знаю? Хорошо, да? Почему я не знаю? Без этого рад. Не сказал, как я сказал, Рахов. Цель, а у меня 230 на голову. И там, сзади. Ой, ошибся поворотом, блин, заехал не туда. На середину заехал. Да на эту, на парковку заехал. Что-то я карту не посмотрел, по рулей парковки. Ладно. Что, аэропорт? Никого не видит. Мне лучше в набор. Давай. Я сейчас предварительно рулю.
Так, на предварительно. Клипчик. О. Так, вижу. Ну, я на карте уже нарисовался. В план того, что кто-то там летит еще. Аэрофлот 1131 из Сочи в Шереметьево. Так, ну у меня вроде бы все, можно начинать. Твою медь. Чё? Откуда здесь взялся этот грибучий трафик? Этот дефолтный трафик взлетает мне прям навстречу, блин. Вообще красавчик. Я валяюсь, дорогая редакция. Ты тоже выехал, посмотрел на тебя. Ладно. Бывает. Так. Здесь играет дерево. Ну да, сложновато будет. У меня RBX рисует тут облачность, блин. Он в какой-то дым, да. У меня стоит дела упадут. Я, у меня еще, я сегодня себе поставил RBX этот, все эти, тоже получше стал. Сейчас я попробую приблизиться и тебя увидеть. А, он, кстати, еще нет, это где он? Здесь он настроить, я не помню, или в Владимирске. Ты на каком расстоянии ты видишь барты, если дальше 40 миль, это тебе не отображается. А, ну это там типа дальность прорисовки, там, когда вы рисовали дело. Так.
Набираем. Очень интересно. Вот по сути нарисована река Воронеж. Я вижу, как она начинается. И вижу, как она заканчивается. Ага. И все. Хоть что-то. Это уже. Но, конечно, реализация реализма с фактическим такой. Но все равно. Хоть реку нарисовали, выдаем. Так, что у нас там 125-3 снега все будет? Интересно, успею я сбегать покурить? Да успеешь, конечно. Успею, до того, как меня вызовут. Знаешь, где на этом, сейчас тебе скажу. Он вчера спрямлял меня. И тут... спрямлял вчера. Это прям крайний дождь получается. На тире? Нет, я имею в виду крайняя точка границы контроля. До него там, по-моему, 180 что ли было. Я крайнюю точку не знаю. Смотреть как там. Сколько получается? 50, 70, 85. Питон, еще это много изданий, конечно. В общем, питон это и. Граница зона. Как к этому подходить, это уже значит будет где-то в смысле заметный контроль. Пойду я покурю, микрофон тормозит. Давай, пока. Давай.
месте. Меню. У меня практически даже земли и он не видно. Прерываешься. Говорю, у меня практически даже земли не видно. На заход. Так. Engaged. Member joined.
Сейчас одну минутку пойду. Аэрофлот 2507, Аэрофлот 2 Файверсов. Аэрофлот 2507, на связи, вызывали вас. Аэрофлот 2507, извиняюсь, наверное, прослушал. Странно. На первой площади 900 метров, проводится набор эшелона 320, извиняюсь. Набираем эшелон 320, Аэрофлот 2507. Joined. Я уже вызывали, Саш? Пока нет. Ну, меня пригласили, но я же не подошел. Я уже читать. Ну, я тоже уже. А они же идет Самара контроль, они правильно? Аэрофлот 61. Аэрофлот 61. Так, я уже по идее в зоне, надо вызываться. Тебя там вроде. А? Тебя там вроде вызывали, нет? Самара контроля, Аэрофлот 201, здравствуйте. Аэрофлот 201, слушать сквок 1000. Сквок 1000, Аэрофлот 201. Что-то слышно вообще за плохо. А слушай, знаешь почему? Потому что я у тебя слышу. Такое эхо жуткое, короче говоря. Чего? Да я слышу, я от тебя. Я от себя. И у меня жуткое эхо, поэтому я вот плохо слышу. Что-то придумал. РКВ, 3, 5, 0, Самаре рассчитать АЛС.
Вы 15. Так уж я отключу секунду, лучше нифига не слышу. Самара, контроль. Повторите Аэрофлот 201. Сбой связи. Аэрофлот 201 в Самаре, рассчитайте ЛС Зулу, УПП 15, Аэрофлот 7 и Пимон 1 Чарли. ЛС Зулу, УПП 15, по схеме Пимон 1 Чарли, Аэрофлот 201. РФО 2707, РФО 2707. РФО 2507 вызывали. РФО 2707 вызывали. Прошу прощения, РФО 2507. Повторите, Аэрофлот 2107. Аэрофлот 2107, просто хотел вас услышать. Это сквок 1000. Сквок 1000, Аэрофлот 2107. Всем радаре познашлон 3-5-0 в Самаре, рассчитать АЛС Зулу в 15 по схеме Пимон 1 Чарли. Для информации, трафик на вашем эшелоне впереди вас, Боинг 737-800 вашей авиакомпании, удаление 25 морских миль. Самаре, рассчитывать АЛС Зулу полосы 15 по схеме Пимон 1 Чарли, Аэрофлот 2107. Аэрофлот 2107, информация за вами, на долине 25 морских миль, Боинг 737-800, ваша авиакомпания на вашем же эшелоне. Аэрофлот 12-16, начало расчетного. Крайне вызывающий подобное, только подобное. Аэрофлот 12-16. Аэрофлот 12-16, снижается эшелон 190. Снижаемся эшелон 190, аэрофлот 12-16. Аэрофлот 12-19, работает сама радиушка 118, залетает 2 мягко 50. С вышкой 118, залетает 2, спасибо, до свидания, аэрофлот 12-17. Member left. Аэрофлот 201, пожалуйста, сообщите число маха. Аэрофлот 201, сообщите число маха. Аэрофлот 201-068. Аэрофлот 2707, сообщите число маха. 080, аэрофлот 2707. Аэрофлот 2707, число маха. Member join. 070. Брейк, аэрофлот 201, установите число маха 078 или выше. 078 или выше, аэрофлот 101. Аэрофлот 2707, число маха 070. Число маха 070, аэрофлот 2707. Благодарю. Аэрофлот 125, Шамара, контрол, good evening, after take-off, with you. Аэрофлот 125, Шамара, good evening,
Red contact 1000. Meters height, continue climb flight level 380. Continue climb flight level 380, aeroport 1-5. Announcement 68, it's back on frequency. Пока. Россия 62-15, по готовности снижаетесь в эшелон 230. По готовности снижаюсь до эшелона 230, Россия 62-15. Теперь вопрос в студии. Как установить скорость? Снести. Ну, увеличить скорость. Я что-то добавил. Через мой. Просто переключаешься на спид. И выкручиваешь сам. Рван, меня вызывает? Да. Сейчас, тут не слышу. Аэрофлот 201, 082 Махабус. Аэрофлот 201, понял вас, благодарю. Просто ФМС-ки хотел ему выставить, короче, тут вот тоже можно забивать это дело, и затупил жутко, короче. Что-то я не практиковал, теорию знаю, практику нифига. Тоже читал об этом, не очень помню. А ты транзишн какие-нибудь точки себе задавал на схеме захода? Нет, ничего не задавал. Просто ткнулся на нее и все, да? Да. Он там какой-то, блин, кривой получается, нет, заход? Ну, у меня сейчас вообще... Скажу. Ну, я сейчас еще пригляжу, он меня со скоростью сбил. Не, нормально. Что-то он меня прям до 235 узлов, блин, тормозил. Не хочу. Эшелон
Member joined. Самар контроль, добрый вечер, Транс-Сарас-45. Здравствуйте, на радаре Познания 700 метров. Продолжайте набор эшелон 340. Набираем 340, Транс-Сарас-45. Россия 6215, снижайтесь эшелон 160. Снижайтесь эшелон 160, Россия 6215. РФО 1216, эшелон 140. РФО 1216, продолжайте снижение эшелона 100. Занимаю эшелон 100, РФО 1216. Member joined. Самара, контроль, добрый вечер. Аэрофлот 1969 после взлета с полосы 15 в наборе первоначальный 900. Самара, контроль, добрый вечер. Аэрофлот 1969. После взлета с полосы 15 на наборе 900 первоначальный. Аэрофлот 1969 на радаре опознан. 600 метров проводится набор эшелона 100. Эшелон 100 набираем, Аэрофлот 1969. Аэрофлот 1216, снижается эшелон 6.0. Снижаемся, эшелон 6.0, Аэрофлот 1216. Member left. Россия 6215, снижается эшелон 130. Снижается эшелон 130, 6215. Airflot 329, you're leaving Samara airspace next. Unfortunately, we don't have any ATC monitoring. You can want to desimulate there, пока. Не мешает, Володь, мы мои эти не накладываются. Desimulate, Airflot 329, thank you very much, bye-bye. Не, Саш, не мешает. Ну тогда у себя микрофон правильно включи, если что там сказать, говори. Да, я сейчас отключаю. Member left. Да. Через 10 минут начал. У меня через 60.
Аэрофлот 1116, смотритесь, 450 метров, 3999, заход АЛС, Сулугу, по 15, разрешен. Снижается 450 метров, QF995, заход АЛС, Зулу 15, разрешили Аэрофлот 1116. Аэрофлот 1969, продолжайте набор эшелона 170. Эшелон 170, набираем Аэрофлот 1969. Контроль, Аэрофлот 201, начал расчетный снижение. Аэрофлот 201, снижайтесь, эшелон 250, без скоростных ограничений. Эшелон 250, скорость без ограничений, Аэрофлот 201. Аэрофлот 207, скорость без ограничений. Без ограничений скорость, Аэрофлот 207. Россия 62, 15, снижайтесь эшелон 100. Снижайтесь эшелон 100, Россия 62, 15. Девять, девять, пять, это у нас получается 10-10 гигапаскалей, да? Да, помнишь, 10-10 по этому. Выставить сразу. Россия 62, 15, снижайте. Россия 15, Аэрофлот 1969. Набирайте эшелон 240. А, 240 набираем Аэрофлот 1969. Аэрофлот 201, снижайтесь, эшелон 190. Эшелон 190, Аэрофлот 201. Аэрофлот 2507, покидайте зону ответственности по горизонтальному профилю. Далее контроль отсутствует, прослушайте Юником 12258, счастливого опыта. Далее на Юником 122.8. Спасибо за контроль. Всего доброго, Аэрофлот 2507. Россия 62.15. Это не курс виски 615. Россия 62.15. Ждете. Россия 62.15. Подтверждаю. Следуйте наш виски 6. 1.5. Следуй виски 6.5. Простишь 15. Заход курсового Аэрофлот 12.16. Аэрофлот 12.16. Работать Самара вышка 118.5.2.6. 118.2. Самара вышка Аэрофлот 12.16. Спасибо. Россия 62.15. Снижайтесь 900 метров. Кейфи 995. Member left. Снижаю 900 метров подавление QFE 995, Россия 62.15. Аэрофлот
1969, положите на Барышлона 320. 320, набираем Аэрофлот начало расчетного снижения, Аэрофлот 2707. Аэрофлот 2707, снижайте эшелон 270. Снижайте эшелон 270, Аэрофлот 2707. Member joined. Самара контроль, еще раз добрый вечер. Flybird 8 после взлета пересекаю 2000 футов. Извиняюсь, Flybird 8 на радаре опознанные 700 метров. Продолжайте набор эшелона 360. Продолжать набор эшелона 360, Flybird 8. Аэрофлот 201, снижайся, эшелон 6.0. Аэрофлот 201, снижайся, эшелон Member joined. То, что занял эшелон, надо докладывать, Саш? Да, ну, если ты летишь уже в ровно, в принципе, да, можешь сказать то, что занял. Потому что меня он все время опускает, опускает, там вот я же не дошел. Проходим 500 метров, Россия 62-15. Россия 62-15, снижайтесь 450 метров, 3995 заход, ЛС Зулу ВВ-15, разрешен. Снижайтесь 450 метров, подставление QF-995, заход ЛС Зулу-15, разрешили, Россия 62-15. Аэрофлот 2707, снижайтесь, эшелон 210. Снижай эшелон 210, Аэрофлот 2707. Сколько он сказал снижаться этому?
Самара контроль, добрый вечер, это экипаж Джордан 333, эшелон 310, подходим к точке Браво, Танго, 13 миль до нее. 450 метров, Джордан, 333, тяжелый, Самара контроль, доброй ночи, на радаре опознан эшелон 310, в Самаре рассчитать ЛС, Зулукова, 15, по схеме Пимон, 1, Чарли. Рассчитываем ЛС, ПАСА 15, Пимон, 1, Чарли, Джордан, 333. Member joined. Чё ты же говорил, не слышал тебя. Да говорю, сколько он сказал товарищу выходить, короче. Так, 450, по-моему. 450, ну на 3, это сколько у нас получается? Умножить. 1750. 1750, ну так, ну, план того, что это. Высота входа в глиссад. А я у себя просто метры еще поставил на экранчике, чтобы отображались. А вот у тебя, где ты крутишь давление... Кусового расчета. Слева такая кнопочка. Самара, вышка. Всего доброго, до свидания. Дискорди. Member left. А, все, вижу. Кнопочка, в смысле метров. Ну наверху типа, да, там допустим 6000 делим на 3, ну да, 1800. Member left. Нет. Спам виднее. Да, ладно. В принципе, не паришься. Аэропорт 27, 180. Снижай, что 180, аэропорт 27. Вот ту файл, спасибо, браво, там, да. Аэрофлот 25, не волнуйтесь, так, покидаете зону ответственности по горизонтальному профилю рядом крыльясов и прослушивайте ингом 22.8 и счастливого пути. Мы не тренингом отходишь новый, щенки в форме сервис, аэрофлот 25. Аэрофлот 25, sorry for that. Member left. Снижай шлон 150, аэрофлот 2707.
Что-то, Саш, только мы с тобой походу и летаем. Все хотели, но у кого что-то так выйти походу не нашли. Ну, видишь, блин, у Вовки что-то, наверное, сейчас стримается малыгин. Чё-то как. Ну, нет, тоже стримаю. Ну, значит, он сильно стримается, раз. И это. Ну, видишь, разница по времени всё-таки отношения. Ну, кто чё ещё? У Егора, короче, у него, видишь, какой-нибудь не тянет. Серёга Бражников сейчас на это, накручивает потихонечку уже налёты себе, я ему там понаскидывал всего. По FPX ему, Айрак и всё остальное. Короче, скоро я его подтяну, я думаю, он что-то интересное подтянет. Вот. В скором времени надо будет его там на гриме, короче, посадить. Ну да. Там эшелон переход у нас какой? 6-0? Ну, по идее, да. Вообще у них интересно там написано на карточке аэропорта было. А, написано там, да? Там написано, что если давление вот больше какого-то лида, не помню, 740 написано в этих VNH, то эшелон перехода 7-0. Если давление между какими-то параметрами, эшелон переход 6-0, если давление еще меньше 3, то 5-0. Ну, я на 6-0, ну, если не ошибусь, правильно. Ну, да. У меня больше скорости. Хорошо, смотрите, на всем снижайтесь, эшелон 110. Снижаешь шоу 110, аэрофлот 27 минут. У меня больше скорости задачи. Успею тормозить. Аэрофлот 201, снижайтесь 450 метров, 59, заход ТЛС, звук В-15 разрешен в номер 1. Снижаюсь 450 метров, ЛС заход В-15. Разрешен аэрофлот 201. Аэрофлот 201, подтвердите КФИ 995. КФИ 995, аэрофлот 201. Джордан 333, снижайте эшелон 280. Снижаемся 280, Джордан 333. Джордан 333, снижайте эшелон 140. Снижаемся 140, Джордан 333. У меня сейчас скорость повалилась на 20. У меня тоже повалило, вот сижу, у меня под 300 вообще, я просто не зашел. Хорошо, у меня снижайся эшелон 6-0. Снижаешь эшелон 6-0, аэрофлот 27-7. Какая там земля у них? Не помню. Что там? 119.0.
Аэрофлот 2707, снижайтесь 900 метров, QFIS 995. Снижаюсь 900 метров, QFIS 995, аэрофлот 2707. Джордан 333, снижайтесь, эшелон 110. Снижаемся 110, было 333. Аэрофлот 145, это дизайн точности по горизонтальному профилю, далее контроль, ассоциация с противником, 128, счастливого вам пути. Транспорт 145 дальше и не да, вот, спасибо большое за контроль, удачи тебе на и всего хорошего сегодня. Member left. Контроль, доброй ночи, Юпер 437, шоу зону. Юпер 437, доброй ночи, Самара, сколько 1000? Сколько тысячи, Юпер 437? Метер 437 на радаре, позвольте вам 310 в Самаре, рассчитайте ЛС Зулу, уход 15 по схеме Пимон 1 Чарли. ЛС Зулу, после 15 Пимон 1 Чарли, Метер 437. Аэрофлот 1969, разойдемся мы с бортом встречным. У нас минус 0,9. С ютой. 4,7. А аэрофлот 1969 для информации не отбывание интервал более чем 1000 футов, значит все в порядке пространстве РВСМ находится. Слушай, он мне говорил, он мне говорил, да? Не слышал-то. Да я не слышал. Разошлись, очень опасно она прошла мимо меня. Она Юта дала вправо. Аэрофлот 1969. Аэрофлот 1969, еще раз повторю, по радару. Расстояние между вами вертикально было более чем 1000 футов. Пространство РВСМ это допустимо и считается нормальным интервалом. Понятно, спасибо. Джордан, 3-3, снижайтесь, эшелон 6-0. Снижайте 6-0, Джордан, 3-3. Китайцы за вас, то есть мы всегда до контроля. Просто шутки на консулы, туда взлетают на все и слово почему. Понятно, аэрофлот 1969, работаем 122.8. Спасибо вам за контроль, всего доброго, хорошей смены. Member left. Аэрофлот 201, работать Самара вышка 118.2. Работаем Самара вышка 118.2. Спасибо вам за контроль, всего доброго. Да. Link disengaged. Link engaged. Самара вышка, аэрофлот 201 напрямую. Посадку разрешили, аэрофлот 201. Что-то вы ни хера не слышите.
Member left. Блин, слушай, а какие там рулёги, не пойму. В бок у него. Браво 3, Браво 4, да, и Браво 2. Браво 1, 115. Что-то он меня куда-то тащит, не пойму. Куда-то дану. Или мне кажется. Саша, ЛС какой был на 15-ю полосу? А, ЛС 111.9. Блин, а чё у меня не работает? Я заплатил, и 148 полосу. Всё, смешаемся. А чё меня не опускает-то вниз, блин? Я скажу. Так он тебе сказал это? Чё? Нет, ничего. Сказал 3000 занимать. Ну, сейчас я дойду, он тебе должен передать пушки. Ты прикинь, Сань, у меня клиент вылетел. Ну, попробуй подключиться. Да ладно уже, чё. А ты уже сел, Саш? Да. А, уже срулил даже, да? Нет, еще сейчас срулил. Просто у тебя уже ответчика не видно, я тебя уже не вижу, наверное. Ну, он когда на землю садится, не так, конечно. Какой-то он мне дальний самый, Браво 4, наверное, да, может посмотреть? Да, да, да. Один
Да, самая дальняя, Браво 4. Дальняя самая, Браво 4, да. Самар руление, там что-то. Я Самар контроль, буду Самар земля. Извините. Руление где? Самар руление. О, а у меня, блин, господи, да что такое-то? Почему? В чем проблема? Ладно, сейчас ручками зай. Как он при снижается? Disengage. Link engaged. Клиент. Чего бы ему вдруг захотелось увидеть? Самолет. Аэрофлот 201. Что сильно начало расчетом? Окей. 4-3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 -
вас. Аэрофлот 201, рулите на гейт номер 3. По Браво 4, Майк, Браво 5, Перрон. Секунду. Гейт номер 3 по Браво 4. Браво 4, Майк, Браво 5, Перрон. Володь, слушай, пересечение полосы будет, наверное, не запрашиваться, там не в работе. Слушай, не знаю, Саш, рабочую точно надо. Рабочую не надо, это точно. Но я пересекаю тут 20-30 таких. Да сейчас вот
Ну все, на. Короче, не рвотрёх, ладно. Он у меня очень сильно пошедшим в сторону на полосе. После того, что я на мышах и ждал. Тут, блин, меня шарахнуло какая-то вообще. Не знаю, я захожу сейчас. Чего? Нет, классно, как я на ответственности. Я вообще вообще слава, пацаны. Спасибо за контроль. До свидания, Файберт 8. У меня не хочет ни глиссаду захватывать, ничего. На курсовой хотя бы схватил. Лок. Ты все-таки хочет. Блин, а в смысле? А у меня отказ, короче, Саш. Так-то. Отказ лампочек Warlock и Approach. Как бы это не смешно звучало. То есть, что-то у меня лагануло, короче. Он глиссаду захватил, нормально. Но лампочки не горят. Ладно, без лампочек сядем. Я так хочу себе как вольготник. О, я вижу. Я прям вижу. На записи сейчас я даже притормажу, попробую. Я сколько выходит? Да, я по онлайне сейчас лечу. Ну, сейчас ты как покажу. Нет, а это... Я потому что я отключен от этого. Ты отключился? Да, он меня выкинуло. Вот вчера меня тоже, кстати, выкинуло, когда я подавал проект план. Блин, куда он заходит? Куда-то он... Меня сносит. У меня такое впечатление, он сейчас ну, трансляции посмотрит, тут видишь его. Ну да. Именно на подходах. Так, вправо 5. Налево. Раз. Перо. И номер 3. Дайте мне руки. О, вот это я захожу. Вот это... У меня, короче, эти неверные. Да. Сутами доведем. Ай-яй-яй, затоплил. Ужасно. Ужасно.
Просто ужасно. Да? Да, нам требуется переработать. Ну, дальше, какие-то привести, а снижаться с чем? Кого зовут, это правда, Тишан? Уже все, 400 метров, по-моему, 9.5, завершен. РФ-200 не разрешаешь тем, кто выбрал. Полет, до свидания, всего хорошего. Спасибо вам, контроль, спасибо за ивент. Молодцы, ребята, всего доброго. Сейчас свою трэш-посадку посмотрю. Повторчики, да? Вообще так. Блин. Хорошему надо было на второй уходить при таком козлении, но нет. Да я могу это. Я могу наоборот вылететь из Самары. А, ну или вылететь под контролем. Не, ну видишь, блин, на вылет от Грин гонял. Link disengaged. Вот. Это, в принципе, у тебя и на подход. Ну да. Да блин, просто бесит, у него прям как будто это, чуйка. Да на это. Блин. Страдай, человек, блин. Такая же фигня. Пилотированный. О, вот это я. Дальше нормально. А там в этом на ютубчике можешь глянуть. Да я и свою гляну. Просто что не забыть включить подсветки. А то я полечу. Как я уже самолет погасил весь, ну ладно. Offline.
3437 работает Самар. А потом слышка 172. Это у тебя слышно? Не пойму, Вов. Переговоры, эфир. Ну, вообще, да. А, надо из этого выйти, мне больше. А ты отключен? Не, ну, если бы ты был подключен, я бы тебя видел, что ты здесь шарахаешься и летаешь. Ну, да. Из TeamSpeak ты имеешь в виду? Да. На фоне. Нам нужен человек, который научит наши программы. Чего научит? Не вылетать наши программы. Ага. Бали на стопы. Я понял. А, блин. Боковой был ветер на хреновый, короче. Поэтому меня так потащило в сторону, когда я сел. Боковой вообще жуткий был. Я с этим лечу. С Ground Connect, короче, с генератором, хрен с ним. Он у меня болтался от Воронежа тут. Я его не отключил. Ну, лайте. Нет, ну я это. Я сейчас на стоянке. Я понял, Саш, почему у меня полоса кривая была и почему у меня LS не захватил 5, как обычно, переставил сцену и забыл ее, блин, в либрале активировать. О, уже второй раз такая хрень творится. Хоть один раз его нормально. Ну да, вон я сейчас загрузил, и он, блин, стоит у меня на картохе. И заходил он у меня как раз как надо, а дефолтная полоса левее была. Мышой вообще никак. А? Мышой не слушает нормально, да? Через. Не то, что через раз, но чувствительность, короче, типа того. Блин, опять мне не довелось нормально делить. Именно на этом, на земле. Короче.
Третий раз уже такая фигня. Да, бог же любит троицу, как говорят мне. Будем надеяться, что он решил меня потроллить. Ладно, для стримчика. Не знаю, потом может сразу... А, да, ответчик мне. Ой, Warlock ищет, например. Слушай, ну не знаю, попилю стрим, может быть. Залью, как обычно, видишь. Не знаю. Делаю так. Взлет там базарный эшелон до конца. Ну так. Чисто. Для канала. Уже три видео. Топ. Для первого раза нормально. Я себе смотрю посадку. Это что посадка? Посадка в Ахталыне. Было бы на руками, было бы другое дело. На руками мне надо. Что я надо настроить, короче? Нормально, и привыкнуть к нему. На одну ортизону настроить очень двигатель, короче. Потому что он дюжи, он у меня прям такой резвый. Вот. И надо мне его на эту латыкиваться. А этот сценарий реально. Хули я стукла совсем не вижу. Да не подписан, стоянки. Товарищи по выбору запросили, блин. Ладно, это сворачивай, Володь. Да, давай. Чё там, спасибо за полёт. Не записан, подписан. Стоянки тоже. Да, давай, спасибо, не знаю насчёт завтра там. Сколько ещё летает. Чё как, я завтра по делам днём ухожу. Как там, чё-то дальше идём. Вот, в любом случае. Глянем, может, у кого чё будет ещё. Ну, что под контролем тоже попадаться. Ну да, контролем стал интереснее, уже даже так не летает. Абсолютно, тоже с собой согласен. Ладно. Не, ну можно без контроля так, чисто тренировочно, для себя там маршрут посмотреть, заходы и все такое. А, нет, ну, это, конечно, делаю. Вот, но... Контролем на улице круче. В смысле, в офлайне пролететь, допустим, можно. Ну да. Вот, а в онлайне уже по-настоящему. Да. Завтра это спокойно. Ладно, да. Да, побежала, Саня. Давай, все, спокойной ночи. Спасибо за полет, давай.